Ребята, привет! Вы находитесь на канале с Михалычем. Меня зовут Сергей Михалыч. Ну, посмотрим видеосюжет, видеоролик я сниму про ремонт моей квартиры. Ну, вот это у меня вот, спальня. Вот это вот спальня. Сейчас, это до ремонта. Здесь ничего не делалось еще. Так, ну здесь у нас уже в стадии, как говорится, ремонта. Это вот закупленные материалы. Тут уже вот дверь вот эту заделали. Была здесь дверь. Теперь дверь вон там. В ванной у нас, вот смотрите, процесс. Стяжка полов сделана. Змеевик принесен, перегородка раздолблена. Вот. В таком пока все вот состоянии. Одну дверь вот заложили. Вот. Вот это вот. С ванной. Так, ну проходим дальше. Вот у нас, видите, унитаз здесь стоит, хотя он должен стоять вот тут. Дверь, вот дверь заделана. Так, вот это двери, зал, это уже новые двери. В зале вот на полу ламинат положили. Стены обоями поклеили. Вот дверь. Потолок еще не делался у нас. Потолок не делался. Это вот дверь в туалет. Новая ванна. Вот у нас тут рассада уже. Дачный период. Готовимся. Вот такая вот. Вот это у нас дверь снятая. Вот эту дверь сняли. С туалета, с ванной. Это вот кухня наша. Заделали ванну, окно. Вот это кухня. На полу линолеум еще. Это до ремонта. Здесь тоже будет ремонт. Я вам потом еще покажу процесс ремонта. Процесс ремонта. Далее. Вот еще не знаю, что делать. Провод. Как его прятать. Здесь была антресоль, ее снесли. В прихожке. Ну, в общем, вот так. Идем. Здесь в прихожей ничего не делалось. Вот здесь была дверь, ее замуровали. Я уже это показывал, наверное. Так, сейчас вот это вот ванна. У нас вот только замок у меня сегодня, вчера заклинил, защелка. Я в ванну зашел, и защелка заклинила. Открыть не могли ни снаружи, ни снутри. Пришлось ломать, разбирать замок. Вот видите теперь, какая дыра. Надо новую покупать. Так, вот такое, вот такие вот полы сделали. Черные кафельные. Вот
купили тумбочку, поставили с умывальничком, зеркальце. Ну вот, новый. Вот новый змеевик. Сушилку, полотенце-сушилку. Вот еще такую сушилочку повесили. Крышку на бачке я сломал, когда ломал стену. Так вышло. Вот. Поставили вентилятор, вытяжку на вытяжку. Полы. Полы. Потолки натяжные сделали. Вот. Кафель. Все. Вот светильничек светодиодный повесил я. Ванну. Правда, еще не реставрировали, но будем реставрировать ванну, менять еще смеситель. Вот экранчик я вчера поставил, закрывать ванну. Вот. Пойдем в зал, посмотрим. Прихожая ободранная. Тут будем сейчас. Вот зал у нас. Полы я уже, по-моему, снимал. Вот стены, обои, потолки. Потолок натянули, новую гардину. А, карниз повесили новый. Вот. Карниз новый. Так, ну тут у нас, как говорится, вот новая люстра. Сейчас включим свет. Это мы уже с кухни перетаскиваем, начинаем в кухне делать. Вот, вот такая вот люстра, смотрите, на 8 рожков. Ну вот, в принципе, зал у нас закончен. Осталось что? Купить шторы, не, повесить тюлечку, да, купить стенку, новый телевизор купить. Вот такие дела. Сейчас вот кухня, видите, у нас тут прихожие еще полы вон все ободранные, старые, не сделанные. Вот кухня, будем делать ремонт в кухне. Здесь окно было, вот заделали, еще не замазано у нас. Вот это все будет меняться, шкафы, все это вот, как говорится. Вот здесь тоже еще, видите, дверь. Была дверь. Еще с этой стороны ничего не заделано. Вон, какие дыры. Все надо штукатурить, мазать. Ну вот. В общем, все. Ну, друзья, благодарю вас за внимание. Ставьте, кому понравилось, лайки. Не понравилось, дизлайки. Жмите колокольцы и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго, до новых встреч!